13 лет назад Кирилл Махров впервые провел игру «Думай, знай, познавай». Тогда он и не думал, что его авторская идея вызовет такой интерес у школьников и перерастет в целый чемпионат, который отныне состоит из 25 игр. Каждый год появляются нововведения. Например, в этот раз отбор финалистов происходил через этап полуфинала. В лидеры вышли 6 команд – 5-я, 7-я, 9-я, 10-я школы, ВХТЛ и гимназия. Это настолько, скажем так, для детей увлекательно, что благодаря игре они примерно в 2, а то и 3 раза повысили уровень интеллектуального потенциала. Художественная литература, география, история. В игре затрагиваются все классические темы, которые изучают школьники. В этом году была введена тема правил дорожного движения. Организаторы уверены, чемпионат помогает ребятам развить свой кругозор. Я, на самом деле, играю уже больше года, «Думай, знай, познавай», как постоянный участник. И за это время я узнал очень много чего нового. Особенный упор делается, как мне кажется, на историю и на искусство в этой игре. Великие исторические события, даты, точности, все эти, это великолепно узнавать. А ученица 9-й школы Мария Бамбак в чемпионате «Думай, знай, познавай» участвует впервые. Учитель по истории предложила девочке и ее одноклассникам попробовать свои силы в игре, на что ребята с радостью согласились. Вначале мы были совершенно неподготовлены, но по мере игры мы старались учить, мы познавали много «Думай, знай, познавай». Мы учили, узнавали что-то новое, и сейчас, если сравнивать с началом игры, мы знаем намного больше. Первое место в интеллектуальной игре взял Видновский художественно-технический лицей. Ребятам вручили кубок победителей и фирменные толстовки. Второе место у 5-й школы, 3-е между собой разделили школы номер 7 и 9. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.